Это был дебют Ищеуловой на Паралимпиаде и сразу золотой. Утром в предварительной стадии кролевого суперспринта она с большим отрывом выиграла свой заплыв, показав абсолютное лучшее время среди всех участниц – 30,35 секунды. Забегая вперед, этого результата хватило бы для золота. Практически всегда с каждой стадии время улучшается. В финале Виктория сразу же захватила лидерство и стала наращивать преимущество. В итоге она первой коснулась бортика, единственная выплыв из 30 секунд – 29,91. Это почти на целую секунду лучше, чем у финишировавшей второй бразильянки. По меркам суперспринта огромный отрыв. Такой успех, в общем-то, ожидался. В мае на чемпионате Европы воспитанница заслуженного тренера России Ирины Симаковой произвела настоящий фурор, выиграв 7 медалей, 4 из которых золотые. Но вряд ли это сравнится с олимпийским золотом. И в семье Ищеуловых-Ворске сейчас царит эйфория. Ой, не передать. Слезы радости и все прочее. Долго готовились, надеялись на победу, верили в нее. Она человечек упертый. Благодарили Ирине Павловне, она может все. Ой, рады, рады, безумно рады. Ждем домой. Ой, вообще. Ждать Виктории домой пока рано. Завтра наша землячка примет участие в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. А в пятницу поплывет 100 метровку баттерфляем. Анатолий Юденич, Татьяна Штылер, новости дня.